Okay, so what did you remember? What did we pass last lesson? We passed about food. And so. And so today we also will pass a new unit about shops, grocery shops, and food. So first question. Big question, not a first question. So yes, one big question. Какие тут всякие фиксики, алло. Чем фиксики? Мне не нужны ваши фиксики. Oh, yes. So, can you read these words one by one? А почему вы очень сильно глючите и у вас звук, как будто там что-то шипит? Какой этот звук? Convenient. А сейчас? А сейчас меня слышно? Миша, сейчас все нормально? Все хорошо сейчас со звуком? Нет, со звуком нет. Какие-то шипения происходят. Вот такие... Вот эти вот всякие шипения. А если так? Все равно шипение. Может, у меня в телефоне что-то не так? Да, скорее всего, потому что я не слышу ничего. Окей. Can you read these words one by one? Convenient. Convenient, ага. Что такое convenient? Это означает удобный, подходящий. То есть пригодный. Экспорт — это экспорт. Local — это локальный. Процесс — это процесс. Package — это Фармерс маркет — это фермерский супермаркет. Агрикультур. Агрикультур. Что такое? Это то есть сельское хозяйство. Понятно. Насколько слышно из этих глюков? Пробуй выйти из конференции, снова зайти, если у тебя что-то не очень со звуком. Хорошо. Хорошо. Выйти. Мы тебя снова добавим. У меня видео не работает теперь почему-то. Это все хорошо, тебя видно. Фатима, Фатима, окей. With connection. Okay. Got it. So let's continue. А сейчас есть глюки?
Сейчас снова меньше. Окей. We stopped in word of corporate farm. А что такое агрикультура? Агрикультура — это сельское хозяйство. Corporate farm. Корпорационная ферма. Decrease. Increase есть такое, это возрасте. Decrease — это отрасти. Да? Это уменьшить, да. Уменьшить. Century. Decrease повысится, decrease уменьшится. Century — это век. Chemical — химический. Что у меня экран закончил? Это химический. Так, так, cooking food in a microwave oven is convenient. Convenient. Готовить еду в микроволновке — это... Я забыл, что такое convenient. Это удобно. Выгодно. Это удобно. Some countries export fruits to other countries. Некоторые страны экспортируют фрукты в разные другие страны. The local supermarket is a good place to meet people. Локальный супермаркет — это хорошее место, чтобы встретиться с людьми. То есть местные супермаркеты. Companies process apples. Inter-apple trees. Компании процессируют яблоки. Производят яблоки. Яблочный сок. Work package food and send it to supermarket. Работники упаковывают еду и отправляют ее в супермаркет. My family visits the farmers market in the summer. Моя семья посетила магазин фермера летом. Modern agriculture helps people have enough food. Современное сельское хозяйство помогает людям иметь достаточно еды. Farm has big machines and many workers. Корпорационная ферма имеет много, большие машины и много работников. Some people want the distance their food travels to decrease. Некоторые люди хотят, чтобы дистанция чтобы food travel, как это объяснить? Чтобы приход еды в их страну уменьшился. Да. Чтобы именно время прихода дистанции. People may do this on it. Many changes happened in farming in the last century. Много изменений произошло в фермерстве в последнем веке. В этом веке. Некоторые химические... Some chemicals are bad for people and animals. Некоторые химические вещества... Химикаты. Некоторые химикаты плохие для людей и животных. Two of the three... Okay.
Hello, Nazia. How are you? Good afternoon, teacher. I'm fine, thanks. So we started a new unit 6, and we have new words. So convenient means удобный, пригодный. Export means экспортировать. Local means местный. Process means процесс. Или же производство. Package means пакет или же упаковка. Упаковка, да, упаковалась. Farmers market means рынок фермера или же магазин фермера. Agriculture means сельское хозяйство. Corporate farm means корпоративная ферма. Decrease means уменьшиться. Century. Век. Век. And chemical, химикаты или же химические. Also, we read sentences, and now we will do another exercise. Let's choose one. Let's cross out a wrong answer. Let's see. Let's do see. See complete. So, Назирке? People may choose food from this. I do this to food before they sell it. Local process, package, ну на выбрать, да? Да, неверный вариант. Неверный. Наверное, package. Нет, local, локальное. Yes, это будет. Никто локальное, локальное перед тем, как они продают это. Тут написано, люди делают что-то с едой до того, чтобы продать ее. Они ее производят и упаковывают. Окей. We can get food from this place. Century. Мы не можем с века получить еду. Окей. Okay. Third, Назирке? That describes some food. This describes some food and supermarket. Describes? Decrease, yes, yeah, decrease. А я думала, convenient. Что-то, что-то, что описывает еду в супермаркете. Force. Что-то, что... Force. Force, это this is the way to provide food for people. Agriculture, export, convenient. Okay. Now, exercise C. We should complete all sentences with correct words. First sentence, Misha. A century ago, farmers used very few chemicals on their crops. Country didn't export as much as food as they do now either. Yes, I think it's right. And now we have one box. Let's summarize a reading to show that you understand it. You can summarize a reading in two steps. Find the most important ideas and details in the reading. And second one is briefly rewrite these ideas in your own words. Что такое briefly? Кратко. Кратко переписать, то есть
Значит, briefcase — это краткий кейс. То есть summarize — это означает подводить итоги после того, как вы прочитаете какой-то, вот, например, текст, вы должны подвести итог. А итог — это то, что вы поняли с этого текста, с ридинга. И можно подвести двумя пунктами. Первый пункт — это найти самые важные идеи и детали, то есть чтение в ридинге. И второе — это кратко переписать, то есть написать своими словами, то есть эти идеи. А что такое скваш? Где? Вот скваш. А, это... Омлет, я бы сказала. Омлет. Да. Скваш. Что-то взбитое, да. А, так, и сейчас мы будем читать параграфы, и нам нужно сделать, подвести, то есть итог. То есть сделать summarize. Are you cooking squash for dinner? There are many kinds. A corn squash is round and sweet. Banana squash is warm. However, it doesn't taste anything at all like a banana. Я опять забыл, что такое however. Однако. Ты готовишь скваж для динера? То есть для динера это вроде ужин. Ты готовишь омлет для ужина? Ну, здесь имеется в виду не омлет, скорее, а как что-то раздавленное. То есть, допустим, банан готовишь... раздавленный, это как пюре. Когда ты готовишь раздавленное для... Давай назовем это кашу либо пюре. Ты готовишь пюре для ужина. Здесь очень много kinds, это форм еды. Но здесь очень много еды. Форм. Виды. Очень много видов. Что такое корм? А корм? Что такое корм? Корм кукуруза, наверное, да. А, там должна быть... Кукурузная каша. Кукурузная каша, она как это... круглое и сладкое. Банановая каша, банановое пюре длинное. Однако это вовсе не как банан. Да. There are many kinds of squash with different shapes and tastes. If you feel sick, have some broccoli. Second one will read на зерке. If you feel sick, have some broccoli. This short green plant is part of the cabbage family. Broccoli full of vitamin and has calcium, just like milk. Many people call broccoli a superfood. Когда ты болен, лучше есть брокколи. Это маленькое зеленое овощ, состоит в семье. В брокколи много витаминов и кальция, как в молоке. Некоторые люди называют брокколи супер едой. Есть супермены, есть супер-хирос, это суперфуд. Спасает людей от злодеев. Do you like broccoli? I don't like broccoli. I like only white. Then normal. But not green.
Okay. And Anadirke, can you do summarize? Okay. Broccoli is superfood. Broccoli super еда. Eat broccoli. Broccoli is a healthy food, yes? Broccoli is healthy food. So also we have new words before reading. Can you read them one by one? Grocery store – это как это овощный магазин. Магазин там, где растения продаются, всякие съедобные. Food, labels. Что такое labels? Label, это означает у нас, то есть, это то есть у нас как этикетка, то есть. Этикетка еды, органическая еда, вся еда. Да, органическая еда. А, whole food, это вся еда. What does mean organic food? Organic food, vegetable and... And vegetable. Super table. Organic food means like vegetables and like all products. Products that were produced in Paris. China. Products that produced in China. Сделаны в Китае. Made in China. Да. Okay. So before reading, we should find some names of countries. So let's find first the names of countries. Okay. Read. The next time you eat dinner, look closely. No, stop. Misha, yeah. You should find... South Africa, yeah, Costa Rica. All right. Costa Rica. Mexico. Сейчас надо что сделать тут вот? Почитать? Сперва нужно найти название стран. Окей. Так, the next time you dinner, look closely at the food on your plate. If you are eating in the summertime, it's possible that some of the food comes from your own garden. Some might come from the local farmer's market. However, most of your food probably comes from far away. For centuries, people grew their own food and ate it themselves, keeping some for the long winter. In some countries, people continue to do this. However, agriculture has changed a great deal in the last 100 years. Most people no longer grow their own food. They buy it in supermarkets and grocery stores. Some of the food they buy comes from small family farms. But much of it comes from large corporate farms. Companies process and package most of the food before it gets to the supermarket. So, can you translate all these two paragraphs? Когда ты кушаешь ужин, смотри ближе к своей еде на твоей тарелке. Если ты кушаешь в летнее время, это возможно, что
Еда приходит из твоего сада. Некоторая еда может прийти из локального маркета фермера. Однако много из еды, из твоей еды буквально приходит, ну, далеко. Издалека приходит. Веки на веки люди растили их собственную еду, и они ели, ну, сами. Оставляешь немного еды, ну, много, нет, ну, как можно сам, ну, много еды на некоторую еду на длинную зиму. В некоторых странах люди продолжают это делать. Однако сельское хозяйство изменило хороший договор в последние 100 лет. Много людей больше не растят их собственную еду. Они покупают это в супермаркетах и в grocery stores, это в овощных магазинах. Некоторая еда, которую они покупают, приходит из маленьких семейных ферм. Но много из этого приходит из больших корпорационных ферм. Компании процессируют, делают и упаковывают много еды, ну, большую часть еды, этой еды, перед тем, как она попадает в супермаркет. Continue reading. The next time you eat dinner, look. No. There is. Простите, не видно нормальное. То есть начинается с for example. For example, the make organic juice from orange. They all also make flour from wheat, and then they make bread from the flour. Would you like to know where your food comes from? You can check yourself. Most food labels give this information. You may be простите, вы я не знаю, где я остановилась, вы you may be what you discover the map below give just an few exclaims of countries that export food to places around the world. Yeah. Thanks to modern agriculture, people around the world can enjoy apples from South Africa, pineapples from Costa Rica, and tomatoes from Mexico. They can eat pasta from Italy, kimchi from Korea, and cheese from Holland. They can enjoy this food. Some traveling to these places instead. The food travel to them. Mm-hmm. But without traveling. Mm-hmm.
So, органический сок. Апельсиновый сок. Да, апельсиновый сок, он органический, да? Нет, тут написано, что, например, апельсиновый сок делается из апельсинов. Апельсинов. Из апельсинов. Какой интересный факт. Окей, yes. Orange is orange. All right, let's continue. Окей, Надельке. А можно я немножко кратко расскажу? А, yes, yes. Uh-huh. Это как в Северной Африке pineapples, ананасы, да, вроде? Кимчи из Кореи и томаты из Мексики. Ты можешь есть пасту, сделанную в Италии. Не пасту, а как макароны. Макароны, да. Блюдо пасты. Сделанную в Корее и сыр, сделанный в Холланд. Как Голландии. Это переводить? Голландии. Голландии. Зайкан, ты можешь начать. Они могут наслаждаться их этой едой. Да, наслаждаться. Путешествие. Без путешествия. Ну, without означает без путешествия. В эти самые места. Без путешествий по всему миру. В эти места. Не почему вокруг света за 80 дней, ага. Угу. То есть тут написано то, что есть очень много блюд, еды, которые производятся из других стран, и то, что мы можем узнать о них, даже не посещая эти страны, то есть и очень много чего пришли с разных. Например, you say, what does you say make? Sorry, Fatima, is it time or not? How much minutes left? 1 minute. One minute left. I suppose we will end up, right? So, yeah. Yes, we will do it next time. Okay, for sure. Okay. So, thank you for everyone. Join us. Миша, спасибо, что подключился. На зерке немножко быть активнее, хорошо? Итак. Мы уже Present Perfect изучили. А, вот как. Минус еда. Какая еда еще не Present Perfect? All right. Okay. So, have a nice day. Goodbye. Have a nice day. See you goodbye. Next weekend. Goodbye. All right. Bye. Goodbye. Bye. And goodbye. Bye. Bye.